По меньшей мере 6 человек стали жертвами столкновения поезда с грузовиком в городе Анантапур индийского штата Андхра-Прадеш, еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщает агентство АЕНС. По данным агентства, водитель грузовика потерял управление и врезался в поезд, следующий по маршруту Бангалор-Нандет. 5 пассажиров поезда и водитель грузовика погибли на месте. Также в результате инцидента 2 вагона сошли с рельсов. Сообщается, что среди погибших член Конгресса штата Карнатака. Спасательные службы и сотрудники железной дороги прибыли на место инцидента.